Технико-экономические показатели моего дома. Дом жилой на участке под ИЖС, индивидуальное жилое строительство. 25 километров от города. Размер 9 на 9. Фундамент свайно-винтовой. Количество этажей 2. Высота первого этажа 2,7 метра. Высота второго этажа 2,4 метра. Высота дома до конька 7 метров. Чердак холодный, крыша односкатная. Материал кровельного настила, андулин. Подпол кладовая. Печь русская с варочной частью и духовкой. Две веранды, балкон, терраса. Окна пластиковые, стеклопакет двухкамерный. Двери внутренние, дерево. Общая площадь дома 134,6 квадратных метров. Площадь жилая из 4 комнат 79 и 33 квадратных метра. Помещение первого этажа в квадратных метрах. Тамбур 1,98, техпомещение 6,27, холл 10,84, кладовая большая, теперь она мастерская, 7,64, санузел 1,52. Ванная 6,13. Кухня-гостиная 27,7. Кладовая малая 3,33. Помещение второго этажа в квадратных метрах. Холл и лестница 17,49. Спальня с гардеробной 20,26. Кабинет 15,85. Детская 12,27. Стены и перекрытие каркасного дома. Брус, доска. Толщина утеплителя внешних стен 45 см, керамзит. Внешняя обшивка стен, необрезная доска. Одна внутренняя несущая стена. Внутренние перегородки ГКЛ, вагонка и базальт с пленками. Обшив перекрытий, фанера, половая доска и базальт с пленками. Электрика. Кабель от столба. От столба до дома под землей. Разводка по дому с установкой оборудования. Отопление, электрокотел с реле управления. Батареи металлические с трубами ПП. Теплоноситель нетоксичный пропиленгликоль. Водоснабжение, скважина, насос, реле управления. Питьевая вода, привозная. Но сейчас мы поставили фильтр барьер профи. Нас все устраивает. Вентиляция естественная и в каналах гофра, труба. Это в кухне, кладовой большой, техпомещении. Вытяжная вентиляция в кухне, в ванной, санузле. И приточная вентиляция. Спальня, кабинет, детская. Канализация. Выгребная яма из железнобетонных колец. Мусороудаление в контейнер мусоросборника на краю деревни. Сантехника, мебель и кухня.